За круглым столом в зале заседания Думы города Иркутска собрались общественные активисты, жители избирательного округа номер 20. Слово берет председатель Думы. Это своеобразный отчет Ирины Ежовой о проделанной работе за 2016 год. Сделано было немало: ремонт дворов на Бабушкина, Некрасова, Карла Липнихта и других улицах. Установлены детские спортивные площадки по 16 адресам. Отремонтированы дороги общего пользования. После выступления вопросов к депутату многие касаются капитального ремонта. Эта тема острая, она все время плавает. У людей просто реально недоверие. И хотя я вот присутствовала на Красноказачьей с вами, да, на 113, то есть когда вот активно с жителями вот мы стоим посредине двора все вместе, представители администрации, вы как-то возникает уже диалог и понимание. То есть мне кажется, все-таки надо все как можно больше общаться с людьми и вот доходчиво доносить, потому что вопросов много, а фактически не получая ответа, люди получают, ну, вот то, что получают. Такие встречи, как показывает опыт, самый быстрый и эффективный способ узнать о том, что сильнее всего волнует население того или иного округа. Эти встречи, они как раз и являются тем самым третьим пунктом управления, когда депутат, а тем более у нас сейчас депутат занимает более высокий пост, наш депутат по нашему околотку, то депутат видит, знает, ощущает, оценивает, анализирует, верно ли депутат наметил свои дела и начал их выполнять. Также были затронуты такие темы, как магазины в жилых домах, нехватка площадок для выгула собак, несвоевременная вырубка старых и сломанных деревьев. Затем вместе с председателями общественности Ирина Ежова наметила план благоустройства округа на 2017 год. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский. Новости сейчас.